Йоу, всем привет, братва. Ну что, нас уже 400 тысяч в ТикТоке. Это уже достаточно огромная такая цифра для ТикТока. Так что переходите все на мой ТикТок, подписывайтесь, ставьте лайки. Короче, сейчас я вам покажу пару роликов, которые просто взорвали тренды. Дай кулачок. Да, так что так и бывает, просто пару роликов, и благодаря им я набрал 1200, это точно, это минимум. Так что переходите на мой ТикТок, ребятки. А сейчас я направляюсь на фан-встречу You Love House. Я это все поснимаю, покажу вам, так что обязательно оставайтесь со мной в этом влоге. И сейчас буду встречаться уже с Ромой Спелым и идти на фан-встречу. Всем пиз. Короче, только что Мелкому подарил чупа-чупсы, он сказал спасибо, буду сосать. Малой, походу, идет к успеху. Дай кулачок. Короче, первый день лет. Все, сейчас встретимся с Ромой Спелым. Давай кулачок. Все. Летели на изи, нас, походу, даже в списках не было. О, я сейчас вам покажу, тут уже движуха. Привет-привет. Ну и короче... Просто есть проблема. Чаще всего новички ставят куда-нибудь телефон, не следя за освещением, за фоном. И, возможно, оно наберет один раз, два раза наберет просмотр. Но дальше твоим подписчикам, и если ты будешь попадаться в рекомендации с одним и тем же плохим качеством, то никто не будет смотреть. И тут полным ходом у всех идут, да? Да. Нормально так. Как тебе движуха, Рома? Офигенно, все, тут на высшем уровне. Вот так вот. Короче, блин, особо не успели ничего поснимать, сразу нас выгнали. Ну ничего, сейчас что-то, может быть, придумаем в гулике. Дай кулачок. Пожалуйста. Все, короче, все закончилось, зато мы получили шарики, и сейчас, может быть, что-то будем дальше мутить. Попробуем выйти на террасу, никогда там не был. Так вот. Привет, можно тебя на пару минут? Что ты выберешь, чупа-чупсы, свидание со мной или деньги? Вообще на Крещатике всегда такая движуха, так что залетайте. Да, Ромчик? Да.